Иногда мне кажется, что ты все время следишь за мной. Я никогда не бываю одна. А иногда я чувствую себя такой одинокой, что задыхаюсь в этом одиночестве. Ты совсем не одна. Пожалуйста, не отвечай на звонок. Я должен ответить, Элип. Алло. Алло. Geliyorum. Еду. Вот это я ненавижу больше всего. Не успеешь прийти, как звонит телефон, и ты уходишь. Вот тогда я задыхаюсь, Булат. Элиф, я и правда должен уйти. Ты моя судьба. Я никогда не оставлю тебя одну. Оставишь. Предыдущий меня бросил. И ты тоже бросишь. Брат, мы можем немного поговорить потом, Эрен? Хорошо, брат. Ты в порядке, Абдурхей? В порядке, брат. Есть те, что не взорвались. Как дела, Эрхан? Брат, я не могу дышать. Ты бы умер, если бы не мог дышать, Эрхан. Тогда у меня ребра сломаны. Ничего у тебя не сломано. Немного поболит и пройдет. Брат, как думаешь, она проглотила наживку? Посмотрим, Абдулхей. Брат Булат, Абдулхей так плохо сыграл свою роль, он так сильно упал, что я думал, нам конец. Думал, девушка сейчас возьмет и добьет нас обоих и уйдет. Я не такой артист, как ты, Эрхан. Ты не артист, конечно, но нужно быть более гибким. А ты вел себя как враги Малкачоглу. Падаешь на землю через 5 минут после выстрела. А разве в Малкачоглу стреляли пулями? Какая разница, пули или стрелы? Они же настоящие. Это специально. Брат, как мы узнаем о ее местонахождении? Это контролирует Абдулхей.
В ее пистолете установлен жучок. А если она выбросит пистолет? Не выбросит, пока не найдет новый, Мимати. Ты бы выбросил? Вы установили его в пистолет, Эса? Да, господин. А если девушка поймет, что пули были холостыми? Поймет только, если выстрелит в кого-то, господин. Но мы после определенного времени будем и сами следить за ней. Не смей допустить ошибку, когда будешь следить за девушкой, Эсад. Нам нужно узнать тайники русских и в конце не упустить эту девушку. Покончить с ней. Как прикажете, господин? Брат, хоть девушка и сбежала, но она не справилась с основным заданием. Ей жизни не дадут, убьют. Ни одна организация не уничтожит своего агента просто так. Они же не мафия. Они хотят получить информацию про нас. Поэтому создадут новые планы нападения. Если наш план сработает, мы многое узнаем о русских. Главное узнать, с кем и когда встретится Нина. Если она встретится с Ахыскалой, мы покончим с ним.
Ты постоянно морочишь мне голову. Ответь, ты профессор исторического искусства. Если захочу, могу им стать. Что это значит? Мона, почему ты не веришь мне? Я переписывался с друзьями и случайно послал тебе сообщение. Здесь нет никакой другой тайны. Как нет? Ты сам по себе тайна. Если я приеду в Турцию, мы сможем увидеться? Я не встречаюсь с теми, с кем познакомилась по интернету. Я не предлагал встретиться, я сказал, если приеду в Турцию. И когда ты приедешь? Через пару дней. Думаю, ты не приедешь в Турцию только для того, чтобы чатиться со мной. Разве не для этого были созданы ноутбуки? Кто ты? Ты некрасивая? Что за вопрос такой? Мона, только некрасивые женщины задают столько вопросов. Вот придурок. Может, ты весишь 100 килограмм, носишь очки, и тебе 60 лет. А чтобы скрыть это все, хитришь как лиса. Дай сюда. Где же он? Thank you.
Добро пожаловать. Здравствуйте. Как ваши дела? У вас все хорошо? Спасибо. Проходите. Я немного утомлю вас своими цифрами, но если вы не хотите деталей, в отчете все подробно расписано. Нет, я все хочу знать. Как прикажете. Сегодня здесь мы обсудим все грязное белье Турции. Нас никто не подслушивает. Вас слушаю только я. Что значит, вы отошли от этих дел, господин Зия? Мы же братья и знаем друг друга. Акреп, ты же не выходишь на улицу, когда жарко. А сейчас пылает адский огонь. Поэтому не время выходить. Я не понимаю, ты переживаешь или осторожничаешь? Старость. Разве ты не ждешь этого случая уже столько лет? Теперь есть ты, а меня нет, господин Зия. Хоть мы с тобой и соперники, как Галатасарай и Фенербахче, но если нет одного, не будет и другого. Я за Трабзонспор. И я определяю чемпиона. В остальном желаю вам удачи. Господин Зия, я больше не в состоянии сдерживать Ахыскалы. Если ты скажешь, что уходишь, тебе нанесут удар и Ахыскалы, и Пулат Алимдар. Я никого не поддерживаю, Бекир. Но ты не на той стороне. Пулат победит Ахыскалы. А на место Ахыскалы придет человек из России. Он у кого-то потребует отчета за Ахыскалы. Ты 40 лет шел за мной и никогда не проигрывал, Бекир. Ты лучше держись моей гавани, потому что скоро начнется буря. Куда это поставить, невестка? Отнесите, пожалуйста, наверх. Давай разместим вещи и пообедаем вместе, Эрен. Мы уже наелись, сестра, спасибо. Что опять случилось? Ты даже не слышишь, что тебя называют невесткой. А что мне делать, Эрен? Всем объяснять, что я не невестка? Послушайте, у меня есть имя и фамилия, Элиф и Юй. Тот, кто будет называть меня невесткой, пусть не переступает порог моего дома, ясно? Теперь ты здесь завариваешь чай сам, брат Хикмет? Да, по-другому не получается. А как продвигается работа, брат Хикмет? Джанан, не издевайся надо мной. Ну что я такого сказала? И ты и я знаем, что мне сейчас сложно. А что случилось, брат? Расскажи, почему тебе сложно? Может, я смогу тебе чем-то помочь? Джанан, мне нужны деньги. Не вопрос, брат Хикмет. Сколько тебе нужно? Только никому не говори, ладно? Хорошо, брат, кому я могу сказать? Я тебя предупредил. Мне нужно 9 миллиардов. Хорошо. Но я сразу не смогу тебе вернуть. Не проблема. Как сможешь? Завтра не поздно. Нет, завтра нормально.
Спасибо. Я благодарен тебе, Джанан. Я не должен был попасть в такую ситуацию. Но как может нуждающийся помочь другому? Кто я такой, чтобы решать мировые проблемы? И почему этот мир так несправедлив? Спасибо. Принесите лестницу. Поздравляю, Невзат. Спасибо, брат. Да будет доволен Аллах. Пойдем, брат. Хорошее помещение и место отличное. Все благодаря вам, брат. Если бы не вы, мы бы не справились. Во сколько все обошлось? Кучу денег потратили, брат. Сказали, что светские хлопы чуть не разорили нас. Стулья из Италии заказали. Краска, побелка и все такое. В общем, куча денег ушла. Проходи, брат. А сколько стоят машины? Брат, не очень много. Мы даже кредит не стали брать. Решили, что нам не к лицу это. Машины нам подарили. Кто подарил? Генинджи, брат. Брат Мематья, одну дам тебе, она новая. Мы даже пленку не снимали. Невзат, как ты получил это место? Брат, они сами попросили нас взять его. Сказали, что уважают брата Пулата. Я хотел дать денег, но они отказались. Невзат, я тебе голову оторву. Ты что, отобрал помещение у хозяев? Брат, нам дали, хоть мы и не хотели. Люди, когда видят нас, сразу отдают ключи и уходят. Что поделать? Не отказываться же. Невзат, верни это помещение хозяину. Брат Мемати, нам даже семиты не разрешат продавать в этой стране. Вот я дурак. Надо было дать немного денег. Добро пожаловать, брат. Приветствую. Поздравляю, Эрдоган. Спасибо, брат. Да будет доволен тобой Аллах. Проходи. Если вы сочтете уместным, я хочу пригласить на открытие брата Пулата. Какое еще открытие, Эрдоган? Занимайся своими делами. Брат не сможет прийти. Как скажешь, брат. Проходи. Сколько денег вы отдали за это, Эрдоган? Договорились за 8. Я хотел сообщить об этом брату Пулату. Он приказал мне все решить. Брат, нужны документы для фабрики по производству краски. Не преувеличивай. Сначала поднимись в этом бизнесе, а потом откроешь фабрику. Нет, брат. Это обязательное условие для бензинового бизнеса. Мы будем добавлять в бензин солвент. А зачем ты добавляешь солвент в бензин? Брат, а как еще можно заработать на бензине? Тогда лучше буфет открыть. Тогда иди и открывай буфет, Эрдоган.
Наши машины будут заправляться здесь, а ты хочешь подливать туда воду? Так что ли? Я что, осел, брат? Наши машины будут получать чистый бензин. Ты настоящий осел. Брат дает вам такую возможность, а вы что творите? С первой минуты свинство устраиваете. Брат. Брат, эти заграничные повара совсем плохи. Я многих привозил, они все очень худые, словно их голодом морили. А тебе-то что с этого? Главное, чтобы готовили хорошо. Но не скажи, брат, если бы они вкусно готовили, они бы сами ели. Одной порции бы наелись. Посмотри на наших поваров, весы их не выдерживают. Нужно брать хороших, Аднан. Потому что все будут приходить в твой ресторан. Как скажешь, брат. Это будет наш памятник. Отсюда будем держать руку на пульсе мира. Главное, чтобы у тебя не потребовали дань, Аднан. Кто? У меня? Да я любого на кусочки порежу. Я могу вести себя спокойно, но это не значит, что меня можно трогать. Аднан. Надеюсь, в этом деле нет никаких махинаций. Брат, я даже мясо покупаю халяльное. Какая еще махинация? Хорошо. Спасибо, я наелся. Приятного аппетита. Брат, хоть попробовал бы. А это что? Не знаю, откуда упал, брат. С груди, наверное, твоей упал, шакал. Я же говорил тебе не работать без головного убора. Как ты соблюдаешь правила, а? Идите и побрите голову этому повару, чтобы на нем ни одного волоска не осталось. Иди давай. Брат, Аднан разве справится с этим рестораном? Если Аднану что-то понравится, он не отдаст это клиенту, сам съест. У вас есть фасоль? Нет, а почему? Начальник съел. А как ваши дела? Слава богу, хорошо, брат. Мы уплатили страховку. Капает понемногу. Вчера в обороте было 200 тысяч долларов. Для первого дня это отлично, но хорошо, молодцы. Если что-то случится, у нас есть валюта. Конечно, в любое время, брат. А брат Полат не придет к нам? Нет, он не сможет. Но передавал вам приветы. Сказал поздравить, спасибо ему. Брат, в чем дело? Ты не видишь, у нас собрание. Брат, у нас проблема. Человек, которому мы вчера продали деньги, говорит, что они фальшивые. Как такое может быть? Брат, я проверил, они фальшивые. Значит, он их подменил, мерзавец. Наши были как настоящие. Ты что, использовал фальшивые деньги, фермер? Их даже детектор валют пропустил. Они были очень качественно подделаны. Я убью тебя, фермер. Ты нас опозорил. Верните человеку деньги и оставьте это дело. В этом деле вращаются большие деньги, господин Эрхан, но даже если вы откроете магазин, то он может закрыться через месяц. Я пришел на этот рынок не на один день, а на всю жизнь. Во Франции есть кафе «Париж». Это ресторан. Ну и что? Он работает со времен революции. Лучше скажи мне, как заведение может стать модным? Не говоря о закрытии, ресторан становится модным, когда туда приходят модные люди. Это просто. Можно привести их силой. Напиши мне список людей. Ну что, господин Эрхан, это могущественные люди. Сильнее нас. Господин Эрхан, вы тоже могущественный, но это не такое могущество. Эти люди неприкосновенны. Если вы вдруг прикоснетесь к ним, то не сможете работать дальше, не добьетесь своей цели. И как мы свяжемся с этими белыми турками? Я познакомлю вас. Вот это другое дело. Но сначала вам нужно поработать с имиджем.
Записывай. Серьги не надену, брови выщипывать не дам. Маникюр могу сделать, но педикюр нет. Боюсь щекотки. К тому же, мои усы – это память. Я их не сбрею. От красного не откажусь. Туфли остроконечные не надену. Джинсы, трико, шорты, стрейч – это все не для нас. Остальное все выполню. Давай, действуй. Он, наверное, не выйдет. Да, сынок? Скорее всего, совещание будет долгим. Передай ему мое почтение. Как скажете. Я стиральная машинка нашего консилиума. Я занимаюсь отмыванием грязных денег, которые появились неизвестно откуда. Я их отмываю и внедряю в систему. Вы делаете это с помощью офшорных зон? Да. Офшорные зоны для нас рай на земле. Налогов нет. Есть маленькие комиссионные. И никто не спрашивает, где мы взяли эти деньги. Мы в основном используем Виргинию в Англии. Некоторое время работали с Южным Кипром. Но сейчас там все под контролем русских. Поэтому Россия поддерживает Южный Кипр, да? Да, именно так. Что вы делаете с отмытыми деньгами? Когда деньги ложатся на счет в банке, дела идут быстрее, господин. После этого приходит время получения денег на деньгах. Для этого нужны глубокие связи. Мы должны знать, куда вкладывать инвестиции, что будут делать государства, в которые мы хотим инвестировать. Их законы, налоговые льготы, состояние фирм и даже о том, что говорят в кабинетах власти. Мы узнаем это все. Наш наставник Джордж Сорос. Мы слушаем его. Куда он идет, куда инвестирует, и мы туда же. Он легенда. Вы же знаете, 5 лет назад он в одиночку разорил Банк Англии.
Англичане сняли все свои деньги, думали, что будет девальвация. Сорос делает, а мы повторяем за ним. На рынке миллиарды стерлингов, а их стоимость падает. Англичанам пришлось сделать девальвацию. Сорос — это легенда. Невозможно сопротивляться ему. Если какая-то страна начнет сопротивляться, там меняется власть. У меня есть отчет. В нем указано, что в Турцию пришли деньги из-за границы 37 миллиардов 685 миллионов долларов. Да. Из них 20 миллиардов 282 миллиона на бирже. Да. 13 миллиардов 277 миллионов долларов на векселях. Да. 2 миллиарда 913 миллионов на счетах в банке. Да. Остальное — валюта. Да. Какая часть денег принадлежит нам? Господин, большая часть денег, переводимых из-за рубежа, принадлежит усатым иностранцам, то есть нам. В турецкой системе доверия нет, поэтому деньги вывозятся за рубеж и с помощью внешних банков опять возвращаются в Турцию. Потом в безопасности можете играть на биржах или же покупать ценные бумаги. Поэтому МВФ давит на Турцию, чтобы поставить условия сохранности иностранного капитала при кризисе. В каком обанкротившемся банке остались деньги иностранцев? Турция любит расти, поэтому никогда не отказывается от инвестиций. Турция всегда нуждается в валюте. Главное, чтобы деньги приходили в страну. А как они поступят, не имеет значения. Это наша лучшая особенность. А другие вклады? Обычно деньги таких крупных консилиумов, как наш, находятся в швейцарских банках. Правда, Швейцария не такая, как раньше. На нее оказывает сильное давление, потому что она прячет деньги диктаторов. Раньше было лучше. Мы теперь предпочитаем Люксембург. Мы обладаем ценными бумагами, которые выданы иностранными банками туркам. Да. У нас всего пару миллиардов долларов. В вашем отчете указаны счета наших товарищей в Швейцарии, Люксембурге и Турции. А твой счет? Ну что вы, у меня ничего нет. Мне нравится зарабатывать деньги, а не копить их. Теперь ты должен их тратить. Вы хотите инвестировать, господин? Без моего приказа со счетами не играйте. Как скажете. Добро пожаловать. Здравствуйте, как вы? Спасибо, хорошо. Прошу. Я читал новости из газет. Мы гордимся вами. Спасибо. Правда, есть какие-то возмущения. Ничего страшного, они всегда будут. Не буду отнимать ваше время. Все отчеты готовы в письменном виде. Наши списки в государстве. Дневные денежные переводы, наши рабочие места, все здесь. Я бы хотел послушать это, конечно. Брат, слишком много вопросов. Некоторые не верят в то, что ты ушел, и звонят мне. А что ты им отвечаешь? Говорю, что господин Зия отдыхает. Что еще говорят? Некоторые говорят, если господин Зия ушел, значит, у него есть план.
И какой план у меня есть? Господин, говорят, что ты ушел, потому что государство проведет операцию или Пулат Алимдар проведет ее. И поэтому господин Зия ушел, чтобы потом броситься на них с новыми силами. И на кого я наброситься должен? Либо на Самуэля Вануну, либо на Ибрагима Ахыскалы, либо на Пулата, да? Ты что, задумал подобное, отец? Только женщины воспринимают сплетни всерьез. Что еще говорят? Еще говорят, что ваша дочь будет управлять всеми делами. Эту сплетню, наверное, женщины придумали, Яхья. Вот видишь, теперь ты знаешь наше дело, Несрин. Брат, еще звонил помощник Кылыча. Кылыч придет к нам в гости. Что ответить, брат? Пусть приходит, Яхья. Мы выслушаем каждого, кто придет. Я бы сама взяла, не стоило утруждаться. Ну что вы, госпожа? Возьми. По-моему, дом очень большой, дочка. Да, мама. Не знаю, как я справлюсь. Госпожа Сюхан поможет, дочка. Это временный дом. Потом переедем в другое место. Этот дом слишком далеко от вас всех. Я одна не смогу. А ты не будешь одна. Организовывай вечеринки и приемы. Да, устрою бал. Ну что вы, я та же самая Элиф, не говорите так. Дочка, это жизнь. Нужно делать то, что необходимо. Не стоит забывать о прошлом. Но всегда нужно идти в будущее. Ах, госпожа Айше, если бы эта возможность была 20 лет назад, ты бы перевернула весь Стамбул. Возможность досталась не тому человеку. Не поняла, госпожа Назифе. Элиф – наша дочка. Неужели никто не скажет пару добрых слов? Говори, мама Назифе, я тебя слушаю. Скажу, дочка. Чья ты жена в этом доме? Пулата или Сюнана? Вчера я была вашей дочерью. Что изменилось, мама Назифе? Многое изменилось, Элиф. Я очень люблю Пулата. Я даже не сомневаюсь, что он думает о твоем благе. Если спросят, кого я хочу видеть рядом с тобой после моего Али, я отвечу, что Пулата. Но не таким образом. Есть традиции и обычаи. Здание удерживает железо. Любовь – это цемент. Но нет зданий, которые состоят лишь из цемента. Наверное, занят. Даже если занят, у него же есть немного свободного времени, отец умер. Сколько раз ты ходил к нему? Я еще столько же пойду, сынок. Что в этом такого? Я иду, потому что скучаю. Если Пулат задирает нос, мы должны сказать ему об этом, отец умер. Жаль тех, кто вокруг него. Если однажды я замечу такое, обязательно скажу, сынок. Забудь о том, что говорит народ. Что ты сделал с долгами? Я попросил у Джанан в долг, отец. Спасибо, она помогла мне. Допустим, в этот раз ты решил проблему, а как ты отдашь ей долг? Не знаю, отец умер. Я думал закрыть магазин и работать на кого-то, но кто меня возьмет, такого бестактного человека? Я бы не взял, Хикмет. Когда встретимся с Пулатом, скажем, может, он возьмет тебя на работу. Что скажешь?
Идите в ее комнату, не оставляйте следов. Установите там камеры и прослушку. Хорошо, господин. Дочка, что ты здесь делаешь? Из комнаты не выходишь. Сижу за компьютером. И что ты там смотришь? Мама, я познакомилась с одним человеком. Как познакомилась? В чате. Что такое чат? Мама, я потом тебе это объясню. В интернете есть такие вещи. Просто разговариваешь, общаешься. Очень интересный человек. Мы познакомились случайно, но потом он привлек мое внимание. Он знает, кто ты, София. Там твое имя есть? Нет, мама. Я не знаю, кто он, и он не знает, кто я. Знаешь, что он написал в начале? Что? Ты до сих пор не решила проблему отца. Значит, он тебя знает, дочка. Нет, мама, я спрашивала много раз. Он спрашивал про отца друга. А может, это Самуэль? Он может подобное сделать? Господин Зия, вы храните вещи консилиума. Вы знаете традиции. Я ждал от вас вестей, что вы сами передадите их, но вы не прислали доверенное. Я вышел из консилиума не по правилам. Почему вы ждете, что я буду действовать по ним? Вы, Лазия, сделайте то, что должны. И вы кто, Калыч? Вы сделали то, что должны? Сделали. Сделали, поэтому встречаемся здесь с вами. А не на вашей могиле. Я только барону расскажу, почему не отдам вам этот портфель. Никто, кроме него, ничего у меня не возьмет. Никто не осмелится на это. Хоть Лазия и вышел из вашего мира, но он будет жить и делать то, что посчитает нужным. Желаю долгих лет жизни. Присаживайтесь, добро пожаловать. Здравствуйте. Я хочу улететь в Москву. Конечно, когда? Сегодня вечером. Вечером нет самолетов на Москву, госпожа. Я должна вылететь сегодня ночью, чтобы успеть на роды сестры. Я еще раз проверю график, госпожа. Это первые роды у вашей сестры? Третьи. Извините, я перепутал. Я сделаю все, что смогу, чтобы сегодня вечером вы улетели. Спасибо. Жду от вас звонка. Проследите за тем, с кем разговаривала девушка. Он передаст сообщение, я уверен. Как прикажете, господин. Теперь очень сложно провести через границу Турции оружие и наркотики. После развала Восточного блока появилось много других альтернатив.
Кавказ-Тарга, пока продолжаются беспорядки на Кавказе и в Средней Азии, в нас не нуждаются. Хочешь сказать, что остался без работы? Нет, конечно. Но теперь мы работаем под управлением Иплекчи. Как? Теперь мы занимаемся отмыванием денег. Мы вывозим за рубеж на кораблях и фурах деньги, которые принадлежат Иплекчи и остальным членам консилиума. Деньги вывозятся в такие страны, как Ливия, чтобы никто не спрашивал источника дохода. Их кладут в банк и вводят в систему. А потом из этого банка переводят Турцию на чье-нибудь имя. Мы теперь возим деньги в мешках. У всех есть деньги, которые нужно отмыть. В этом отчете указано, у кого сколько денег вывезено и в какой банк положено. Все до единой копейки указано в этом отчете. Нашу машину или яхту никто не тронет до самой границы. А когда мы выезжаем за рубеж, нас пропускают таможенные порты государств, получившие от нас взятки. Здесь указаны имена государственных чиновников, с которыми вы работаете, да. Вы сами общаетесь с бюрократами. Этим больше всего занимается господин Низаметдин, но я близко общаюсь с теми, с кем он договорился. Каким путем вы определяете, с кем и как работать? В мое время и сейчас тоже сразу заметны яркие личности. Известно, как связаться с ними. Мы гарантируем деньги и будущее. Вы занимаетесь контрабандой людей? Этим делом занимаются наши подразделения. Если честно, мы не знаем, как нам относиться к этому делу. У них хорошие связи. Мало тех, кого поймали, поэтому считается, что это неважная тема. Но цифры очень большие. Европа тайком получает дешевую рабочую силу. Вчера это называли рабством. Да, именно так. С одной стороны, Европа ищет способы остановить миграцию, а с другой разрешает им. Европу понять невозможно, но понять нашу страну еще невозможнее. Народ в Турции, особенно средства массовой информации, обсуждают, кто будет вести переговоры от Турции с Евросоюзом. Какая разница? Важно, что и как будут обсуждать. Если переговоры будут неудачными, многие фабрики Турции продадут за копейки. Скажут, что фабрики не соответствуют европейским стандартам. Это экономическая часть дела. Никто не обсуждает, почему Франция против законов Евросоюза. Потому что Франция считает себя народной республикой и не собирается делить свою землю. Они говорят, что флаг Евросоюза противоречит ее унитарному строению. А разве Турция не такая же народная республика, как Франция? Завтра могут появиться флаги Укони, Измира и Диярбакыра. Разве это не разрушает унитарное государство? Народ Франции кричит, а турецкая нация молчит. Почему?
Я до сих пор за рулем. Самая чистая работа – это машины. Берешь за 10 лир, продаешь за 15. Слава Богу. А почему брат Мимати не разрешил? Потому что ты плохо работал, поэтому он так повел себя. Брат, я, между прочим, не занимался фальшивыми деньгами, как ты. Подобными вещами заниматься плохо, нельзя. А что, я занимался фальшивыми деньгами, нельзя. Тут никто этого не делал. О, Аллах, можно подумать, мы все святые. Мы же берем дань с фальшивомонетчиков. Дань же берем не фальшивыми деньгами, бестолочь. Я и на пятничную молитву хожу. Молодец, Невзат. Ты настоящий мулла. Дай поцелую твою руку. Где же была твоя вера, когда ты отобрал у человека помещение? Он сам отдал, Эрдоган. Я тоже отберу магазин у Аднана. Привел нас сюда ни еды, ни воды. Этот толстопуз заснул, наверное, в кабинете. Нам ничего не принес. Одна, у тебя совести нет. Мы сейчас умрем тут от голода. Не умрешь. Что это? Я приготовил вам макароны, чтобы вы не подохли. А где повар? Почему ты готовишь? Я чуть не пристрелил мерзавца. Сколько раз говорил ему, чтобы не добавлял вино в мясо. А он говорит, так мясо становится сочнее и вкуснее. А где Эрхан? Не знаю. Нужно пойти к нему, брат. Мы станем партнерами. Этот Гюлю взял себе самое лучшее. Почему он общается со светским обществом? Чтобы разбогатеть. Вилку возьми, осел. Ой, мамочки, мамочки. Я действительно... Действительно очень одинока. Какой мой? Угадай. Дом девушки мы взяли под контролем. До сих пор никто не приходил туда. Ибрагим придет туда, брат? Скоро позвоню. Кому позвонишь, брат? Я не вам сказал. Наверное, Ибрагим не придет, Мимати. Я переживаю не за него, а за кого, брат? На улице номер один чисто. Повторяю. На улице номер один чисто. На улице номер два чисто. Повторяю. На улице номер два чисто.
В автопарке все в порядке. Повторяю, в автопарке все в порядке. С лифта нет входа на этаж. Что она делает? Смотрит телевизор, господин. Кто пришел? О боже. Добрый вечер. Дай сюда. Андрей Лисица. Перевод и озвучка, команда Турок 1990.